страны. Вступил в состав группы премьер-министров и маршал! Ура! Да. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше выступление. И сейчас наш первый гость, вы уже услышали, это наш друг, он шел с нами с самого начала, помню. Александр Маршал, друзья, ваши аплодисменты. Ну и хотим исполнить эту песню, знаете, когда предлагают эту песню, а Саша говорит, ребят, буду петь вот именно эту песню, хочу ее спеть. Поэтому мы будем сейчас ее петь, Саша, да? Да, я волшебный. Да, потому что это песня моей юности, то есть когда их еще на свете не было. Мало того, я знаю слова, это очень важно, чтобы не учить. Поехали. Ну что, можно начинать? Конечно. Поехали, ребята. Давайте заплатим по вакцине.
Давайте, давайте, можно. Все, спасибо. Спасибо, Саша, большое тебе за поддержку. Спасибо. Спасибо огромное, дамы и господа. Мы продолжаем. Долго не будем говорить. Все-таки прямой эфир. Хотелось бы подарить нам больше музыки. Сейчас хотелось бы подарить немного лирики от нас. Песни, которые все прекрасно знаете. И много раз вместе с нами эти песни пели. Давайте продолжать. Меньше разговоров, больше музыки. Станция метро, тут пустой вагон, она забьется в угол.
Ивана Жигунцева. Несколько вопросов, которые касаются этого замечательного места парка и билетов в ваших руках. Итак, мы продолжаем. Сколько уже парков Джоги Джоя есть в Москве? Мы парк... Правильный ответ. Да, вот уже столько. Итак, 5, 6 или уже 10? 10! 10, нам показывают 10. 6! Я вижу, девушка показывает нам правильный ответ на свои. Давай мы все-таки. Давай, Сереж, скажи. Это правильный ответ у нас 6. Давай, скорее берите, а я озвучу еще два вопроса. Сколько аттракционов Джоги Джоя в Вегас-Кунксе? Вопрос очень сложный, можно сказать, со звездочкой. Итак, 10, 20 или 30? 20! 10, 20! Я вижу, мальчик кричит 20. Он только научился говорить, да? Малышу, конечно же. Какой? Давай не малышу. Бородатый, правда? Он не бородатый малыш, который рядом малыш, который залез... У которого еще борода, следующий году будет. Да, все-таки память. И последний вопрос. Сколько дней рождения проходит в парке Джоги Джоя в месяц? Даже такая есть статистика. Итак, 50, 100 или Джоги Джоя способен... 100! 300! 300! А 300! Мальчик сказал 300, это правильный ответ. 300 дней рождения в парке Джоги Джоя. Но у нас сегодня 22-й день рождения. Давайте мы... А, вот я вижу, с шариками 20 ходит девушка. Надо было 22 купить и перейти к нам сюда. А я твой сюрприз раздал, да, сейчас? Ну ничего. А... Какая разница? В эфире просто выглядит хорошо. Давайте с днем рождения все вместе. Умеем же говорить так. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Муставы! Друзья, те, кто сегодня у нас в Москве, конечно же, еще могут встретить Кремль вместе со мной. Три свободных места из нашей жизни. Мы скоро уже готовимся с интервью, поэтому ручки вверх. Аплодируем самые счастливые лица, как обычно, в эфире прямого. В эфире прямого, в эфире телеканала Муз-ТВ. Мы начинаем!